подъемником всех наших друзей, понимающих чеченский язык. Эти передачи для вас. Человеческая жизнь – это тайна. На протяжении столетий ученые, историки и философы пытались понять, что такое человек и в чем смысл человеческого существования. Человек старается постигнуть секреты Вселенной, но Вселенная по сей день остается загадкой. Библия открывает нам, что Бог, Творец, создал все словом своим. Он сотворил человека по образу своему и поставил его в обычную на сердце рук своих. Все положил отзыв на него. Но грех непослушания разделил человека с Богом. Иисус Христос является спасителем, посланным в мир, чтобы решить проблемы падших и грешных людей. И восстановить мир с Богом и благоволение к людям. Передачи на вашем родном языке помогут вам понять, как Бог делает из грешника святого человека и что Он обещает тем, кто последует за ним. Бог в Христе примирял с собой мир, не зачитывая им из проступка, и вложил в нас слово примирения. Итак, мы, пастыри от имени Христа, просим вас примириться с Богом. Желаем вам благословения от Господа.